Ольга, Светлана, Владимир, Екатерина, Яна, Дмитрий, Евгений, Евгений, еще один Евгений, Вася, кот Васька, два Васьки вместе. Так называли детей. А какие имена теперь выбирают родители? Чаще всего называют София. Она у нас в этом году лидирует. После Софии идет Ксения. Замыкает пятерку Виктория, Полина и Алиса. Среди мужских имен два очевидных лидера. В Тирасполе в этом году родилось 32 Александра и 27 Тимуров. А потом уже идет Артем, Максим, Марк. Приелось, да и скучно, подумали некоторые родители и включили турбо на оригинальность. Есть Леви, Самуил, Марсель, Армен, Адриан, Малина. Да. Аполлинария. Аполлинария. При написании твоего имени я допустила две ошибки. Во-первых, пишется с двумя «л» и через «и». Вот так вот привыкаем к новым именам. Эпоха Ми и Милан, кажется, давно прошла. Через несколько лет в группу одного из столичных детских садиков приведут девочку по имени Каталея, а в другом детсадике появится мальчик по имени Емельян. Не Пугачев. Хотя, кто его знает? Самые необычные имена точно знает ЗАГС. В этом году список редчайших имен в Тирасполе вырос сразу на несколько позиций. К примеру, Аристарх, Драгомир. Можно нам еще, пожалуйста, порцию экзотики? Ума, Архилая, Назарий есть, она тоже как бы, Лаврентий. А где же Прасковья и Аксинья, Марфа и Лука? Или старославянские имена уже не в моде? Представьте, мама с окна кричит. Ярополк! А ну быстро домой! А Болеслав. В голове сразу образ крестьянина с деревянным крестиком на шее. А как гордо звучит Мирослав. Имя образовано из двух частей – мир и слава. Можно предположить, что на Руси так звали многих воевод. Сила имени должна пойти впрок и нынешним Мирославам. Пусть они и без великих дел скромно сидят перед монитором по 10 часов в сутки. Все же, силушку сквозь века. Чувствуете? Силушку. Силушку. Вы меня-то видели? Все свое детство ненавидел это имя на самом деле. Просто не мог. Почему не Саша, Сережа, Петя, Дима? А потом такой бац, я эксклюзив. Эксклюзив. Мне нравится. Вот она, силушка. Влияет ли имя на судьбу малыша? Да, громко ответят родители. Нет, парируют психологи. Как ребенка ни назови, все равно его судьбу во многом определит воспитание.